выбрал ее. Я, соответственно, сейчас здесь. И мне нравится. Могу сказать, что я остался бы здесь жить. Город прикольный. Чем-то напоминает Москву, только нет такой обязательной энергии. Естественно, тут куча вообще красивых зданий, куча интересного народа. Starbucks я посетил, посмотрел, Макдональдс тоже посмотрел. Что могу сказать, цены здесь ниже намного на все. Правда, такси дорогое, но зато посреди ночи меня доставили. И это стоило всего лишь $30. В Макдональдсе я поел за $10. То, что у нас стоит 450 рублей, здесь за $10 можно купить. Жарко очень. Ну, не могу ничего сказать относительно там большого количества толстых, жирных американцев. Есть, конечно, встречаются, да, но в основном достаточно как бы народ такой спортивный, я бы сказал. Ну, тут ездят двухэтажки. Глупых туристов катают, на которые я не согласился. В общем, если нет денег, то можно, в принципе, неплохо все равно посетить город и посмотреть. Так что, ну а с деньгами понятно, что можно посетить и посмотреть все что угодно. Здания, конечно, прикольные. Скребы достаточно такие интересные. Дальше пойду на набережную. Ветер, жара. В общем, все, что нужно для счастья.